Ребята, а кто это? Эта съемка звезды в салоне красоты «Эстетика» наделала много шума и даже сподвигла нас на журналистское расследование. По следам селебритис наша съемочная бригада ходила почти целый день и выяснила, место загадочная красотка выбрала не случайно. Но вот оценить качество услуг нам тогда не удалось. А значит, наступило время для повторного захода на территорию красоты, чтобы на себе испытать все, о чем рассказали в «Эстетике». Только зайдем мы в этот раз со скрытой камерой, которую я спрятала в своей сумочке. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы к нам снова на съемке? Нет, я сегодня не на съемке, я у вас сегодня записана. А, вы на обертке. Да. Ну что ж, меня узнали. Однако камера по-прежнему остается, так сказать, персоной инкогнито. И мы начинаем. Ваш мастер Татьяна, Ирина Нагина. Здравствуйте. Снова рада вас видеть. Главная боль многих дам – стройная фигура, я не исключение. Поэтому и выбрала процедуру, результат от которой, по словам специалистов салона, будет виден сразу. Ну, пока девушка ушла, у меня есть возможность тут похозяйничать, что я, в принципе, и сделаю, потому что я это очень люблю. Ну, начнем осмотр. Я думаю, вот с тех препаратов, которыми мы будем пользоваться. Кстати, об эффекте процедуры все пишут только положительные отзывы. Так, маленькое черное платье стало слишком мало. Я так понимаю, что, наверное, эффект действительно должен быть моментальный. Но ничему не верю, все только на себе. О процедуре я довольно подробно прочитала в интернете. Техника итальянская, на основе специальных составов, довольно дорогостоящих. Позволить ею себе может не каждый салон. Во-первых, перед процедурой положен душ. Он тут есть. Холодненькая пошла. Правда, через 15 секунд все наладилось, но осадочек от холодной воды все же остался. Я одеваться. Ну-ну, мерите, мерите. Удивите, что ли, чем-то? Ну, заметьте сразу результат, потому что действительно и уходит лишняя жидкость сразу после процедуры. И, я думаю, убедитесь на замерах сразу после процедуры. Ну вот и начинается главный процесс. Косметолог упаковывает клиента как мумию. Интересно, рот и глаза не замотают? А то и пожаловаться нельзя будет в скрытую камеру. А ведь я только этого и жду. Ну, я говорю, также я говорю, вот эти вот гели, которые наносятся предварительно с фитоэкстрактами, и они совместно с солями Мертвого моря начинают активно работать. Ну все, упаковали, лежу, процесс пошел. Меня оставляют в одиночестве. Есть время подумать. Ну вот, лежу я здесь. Могу поделиться как раз первыми такими своими впечатлениями. Ну, зашла в салон, пахнет кофе сразу на входе. Как по мне, так мне кажется, в салоне премиум класса должно пахнуть духами. И, конечно, когда тебя уже замотали вот в эти бинты, ты уже не вспоминаешь, что сначала тебя окатил холодный душ. Над этим тоже надо поработать. Играть релаксная музыка с утра, конечно, по мне было возможно что-нибудь поживее. Постепенно начинают замерзать ноги, потому что они замотаны, хоть и прикрыты пледом, но все-таки некий дискомфорт я ощущаю, и если кто-то пойдет на процедуру, посоветовал бы взять с собой носочки. Лежать целый час, капец, как скучно и тяжело. Час прошел, и я готова из кокона стать бабочкой. Честно говоря, в волшебный эффект каких-то там гелей и бинтов верится слабо. Сколько мазей уже измазали мы на себя, дорогие женщины. И что в итоге? Вау, 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 вау. Сейчас мы посчитаем, сколько сантиметров у нас ушло в общем. По 2 сантиметра с бедер, коленей и живота. Руки тоже замеряем. Остается только удивляться. Я даже могу сказать, у меня часы стоят на запястье болтаться. И Model Eyes, это у нас он для груди и сосудоукрепляющий эффект. И обычный гель нейтральный. Значит, в среднем сколько клиент у нас может потерять? Вот я лично 11 сантиметров потеряла. Нет слов, нет слов. За курс можно потерять до 80 сантиметров в сумме. Но, как видите, после первой процедуры уже вы можете влезть, например, на платье меньшего размера с легкостью. Прям можете сейчас отправляться в магазин за новым платьем. Может и могу, но точно подожду. Неизвестно, сколько еще эффект продержится.